Всем доброе утро. Я подстрижена, острижена. Сегодня работаю дома. Ребенок как бы разболелся. Я думала, так это пройдет поверхностно. Нет, все перешло. Кашель очень сильный. Как бы мне не заболеть тоже. Сегодня в насморк все это. Спал плохо. Короче, жуть. Так, успокаивающий тоник. Короче, ночью не спали. Я как это самое. Он говорит, я хочу голову помыть. Я говорю, Тём. Он говорит, я не могу. Мне все раздражает, все чешется. Я говорю, хорошо, иди мой. Ну, температура самая была вчера, вот к вечеру 38. Ну, ночью как бы все нормально. Вот нет температуры, а просто ему нечем было и дышать, и все это капали. Вот поэтому я сегодня дома буду работать. Ничего, все бывает. Просто где он подхватил, это я не знаю. Так, добиваем Белофт в такой тонер. Где он похватил? И губки мажем бальзамчиком. А что сегодня покажу вам, как работаю. Это It Skin, такая сывороточка. Потому что я бухгалтер, меня зовут Наталья. Живем мы с сыном в Санкт-Петербурге. Живем мы... Воспитываю, так скажу, да, воспитываю я его одна. Вот, поэтому, когда он, конечно, заболевает, я, слава богу, что мне так работа позволяет остаться и работать дома. Это самое, наверное, главное. Ну, плюс, конечно, зарплата. Самый главный плюс моей работы. Просто кто-то спросил вчера. Конечно, интересно, я бы тоже интересовалась своим любимым блогером. Ну, есть, ну, не любимый блогер, а просто, да, там интересно, то сколько. Но обычно спрашивают, там на YouTube получаете или нет, а тут как бы просто какая зарплата в Питере. Но средняя зарплата, понимаете, если даже на Авито смотреть, так прям хорошо все получают. Это же смотреть, какой бухгалтер, сколько она ведет фирм. Да, в одном лице, не в одном. У меня где-то 5 фирм, да, вот на том рабочем месте, куда я хожу и обслуживаю. Разные все директора. Еще дома веду две фирмы. Поэтому я главный бухгалтер, можно сказать. Ну, главный бухгалтер в единственном числе. Алена, конечно, просто бухгалтер. Она там первичку по одной компании водит. То есть мы вот так, по самой такой. Даже по двум. Вот. Но у нас как бы направления разные. Там от канцелярских товаров до, извините, строительства. Вот, поэтому тут говорить о зарплате, ну и так бы я как бы не сказала, да, сколько ты заработал, да столько. Вот. Но, так скажем, с ребенком хватает, да. Но я для этого делаю все, чтобы у меня какая-то боязнь была с молодости,
Хотя я нормально, как бы более-менее в средней семье, там недостатка мы не знали. Вот. Но вот с того момента, как я закончила школу и поняла, что мне нужно в институт поступать, я почему-то сразу, как бы вот боясь какая-то была, не остаться без денег, не остаться, мне нужно вот именно вот безопасность в деньгах. И потом я уже поняла, что это не просто безопасность, это свобода. То есть это свобода. Как мне многие говорят, что свобода, вот что женщина одна, да, без мужа, там не надо ни под кого там подстраиваться и так далее. Вот. То я вот плачу своим одиночеством, можно сказать, что вот своей свободой, действительно. Потому что и без денег, и никто мне ничего не скажет, да, я сама зарабатываю, мне любой мужчина, ну, сразу свидули, естественно. И я никогда, хоть я была, да, там, в молодости, да, и симпатичная, такая была активная, все. У меня даже мысли не было никогда вот на кого-то повесить себя, да, и зацепиться там с какого-то мужика, там, богатого, конечно, я искала, как все там, красивого, богатого, там, доброго, там, все это, яркого. Но я знала, что я должна идти отдельным путем, вот финансовым, да, нарабатывала, и все. Мне повезло сразу после института с моим первым рабочим местом. Непосредственно вообще искали исключительно помощника бухгалтера. И я такая зелененькая, еще не оперившаяся, еще не знала, там есть программа 1С. Вот, не знала, что это такое. Просто у девчонки на целую группу одной у нее было. И я ночью, как-то даже не ночью, а как-то вечером, я вот помню, чуть ли там не в 11, то ли она так могла поздно, то ли я это помню, там чуть ли не в 12 нее ушла, вот сидела в этой программе. Она ничего не знает, я ничего не знаю, что там мышка. Вот. Ну, прошла собеседование, все, как потом мне главбух сказала, что я перед тобой столько людей прошерстила. Я говорю, я-то чем вообще? Она, а ты, говорит, как села, как взяла мышку. Потому что быстрее человека я не видела. Я, вы бы еще дали мне тарелку с ложкой. Вот. Ну, я, да, я как бы такая быстрая. Вот. Конечно, не все сразу я понимала там. Такие были моменты смешные, что там законодательство читает, например, есть такая база консультант. Тогда была одна из первых. И вот она. Не, видишь, что пишет, видишь? А я рядом стою, а, да, да. А сама просто пелена перед глазами. Что там пишет? Я вообще даже не понимаю, о чем пишут, представляете? Просто вот я себя сравниваю. А сейчас я без этих, ну, консультантов не пользуюсь, вот без этих всех, этих главбухов, без этого чтива, я просто не могу. Я любой вопрос еще раз убедиться, что сейчас да, так надо делать, так, так, и вот каждый раз. И сейчас Новый год. Столько новшеств всяких. Ну ладно, девочки, да, у нас сегодня такой будет вложик, так сказать, не уходово-косметический, а рабочий, самостоятельный. Все, ну пойдемте пить кофе и заниматься своими делами. А вам удачного рабочего дня. Ну сегодня макияж, наверное, тоже будет все-таки. Мне нужно выйти на улицу будет. Вот, все, оставайтесь со мной. Кофейку, так как у меня сегодня такой вложик будет полудомашний, да, буду и работать. Так, я ничего не сказала про стрижку.
Значит, во-первых, мастер, когда меня увидела в кучеряшках, я вчера была, да, когда стриглась в салоне, очень удивилась. Но я к ней ходила, наверное, последние раза три. Ну, короче, она меня помнит, потому что я ей чаевые оставляю, и мы так с ней то болтаем, то не болтаем. Вот, в принципе, она начинает разговор, ну, это, наверное, нормально для мастера. Вот как провела там Новый год и так далее. И вот она меня видит в кучеряшках. Только потом я говорю: а так вы меня и не видели никогда. Да, первый вопрос: как это вы, на что это вы крутите и так далее. Я говорю: я ничего не кручу, я просто мою волосы и не трогаю, мою голову и не трогаю волосы. Ну, только пожамкаю так, чтобы сформировать, да. Но она сказала, что да, вам нужно, если вы хотите кудряшки, вам нужно мыться по методу кудрявых волос, да, кудрявый метод так называемый. Это значит, что это значит, кудрявый метод? Это значит, уже на стадии, я так поняла, самого шампуня и кондиционера, то есть даже шампуня, помыли голову, да, вот саму кожу, и вот так волосы жамкаете уже, да. Когда кондиционером тоже накладываете на волосы, да, я не знаю, и именно жамкаете, то есть всегда надо жамкать, 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 жамкать. Сполоснули волосы тоже разными средствами, тоже жамкать, жамкать, жамкать. Вот, и тогда волосы, вот чем их больше приучаешь к этому состоянию, так они больше как бы и вьются. Вот, ну опять я, конечно, убедилась, спасибо вам большое за ваши комментарии, вы опять селили в меня, ну не то что утвердилось мое мнение, да, внутри себя, что все-таки, наверное, надо не отращивать, а прическу делать, стрижку, то есть надо делать. Потому что более такой законченный образ, мне кажется, что больше аккуратнее, намного аккуратнее смотрятся волосы, чем вот прямые, даже вытянутые. Тем более, когда я на брашинг вытягиваю волосы, да, вот такой, например, длины, ну, более-менее нормальные, в конце дня они уже начинают то сюда, вот это меня больше всего раздражает, а когда они дотрагиваются до плечей, они у меня сами собой заворачиваются вот в эту сторону. Но смотрится очень красиво. Вот, но по мне так. Хвостик я не люблю носить, как мне брат говорит: хвостик убирай. Я говорю: я не хочу эти хвостики. Вот я именно хочу, чтобы у меня была, и на спорт я хочу ходить не с хвостиком, а хочу, чтобы вот у меня была вот такая причесочка. И, кстати, кто смотрит, что-то я заново стала ее смотреть, Анни Купер. У нее тоже раньше, ну, она, конечно, в последнее время вообще изменилась. Вот, умница, конечно, красавица, невероятная. Если бы вот сказали: Наташа, кем бы ты, как бы ты хотела выглядеть, да, естественно, ну, не естественно для меня, любая блондинка хочет быть брюнеткой, да, также брюнетка хочет быть блондинкой. Но вот я очень не нравятся брюнетки, да, и вот ее типаж мне очень нравится, такие большие черты лица. Она даже чем-то напоминает молодую Сандру в молодости, да? Сандру, да? Да, темненькая такая. Вот, очень она мне нравится. Сейчас выглядит шикарно. Сейчас она отдыхает в горах, в Швейцарии. Вообще прелесть, конечно. Прелесть такая, заводнушка. А вот, и когда она стала себя преобразовывать, да, преображать, она отрезала волосы. То есть у нее тоже какая-то длина такая была, по-моему, тоже удлиненная там каре вроде бы, как-то так. И она все тоже как-то убирала, то ли в хвостик, то ли, вот я не помню, убирала. Ну, неважно. Короче, как только она обстригла вот так короткое, сделала каре четкое, ровное, как срез. Ну, просто. Француженки все нервно курят в сторонке. Вот. Поэтому я за каре, спасибо вам. Вот никто не сказал, ни одна не сказали: Наташа, отращивай. Но мужики бы, наверное, ну, они за отращивание волос, видно, им вот просто вот длинные волосы, и все, неважно, как они выглядят, в каком виде, да, даже хоть хвостик, длинные волосы, все, тын-тын, то есть я не знаю. Ну, мужчины тоже разные. Вот брат мой такой помешан на длинных волосах. Тем более он знал меня в молодости, да, в детстве у меня всегда были длинные волосы. Вот, но сейчас не об этом. Стрижка уже сделана. Она
подсказала, как, значит, мокрый метод, ой, метод кучеряшек там делать. А вот мыть волосы по методу кучерявых волос. Но, естественно, когда она стала укладывать волосы, я смотрю, она так мне жалко, и говорю, не-не-не, мне, чтобы я вышла с прямыми, нормально мне просто, на брашинг сушите волосы. Да, ну и всегда, вот даже Аленка говорит, я всегда после салона все равно мою голову и переукладываюсь, потому что там, сами видели, у меня вот так очень плотно, или увидите. Вот я чуть-чуть поснимала, она как бы была, ну не то что против, нет, она просто сказала, что я вообще хотела поставить и все. Она говорит, ну я же там буду видна. Я говорю, ну ладно. Вот и поэтому так это чуть-чуть. Вот, ну она видела, что я снимаю, да, ну я так делала, чтобы ее лица не было видно. И, естественно, укладывают в салонах, то есть сильно вытягивают, видно. То есть у меня все приплюснуто было, я так как бы не люблю. Спасибо, что она мне не закручивала вот так, потому что, помню, первый раз я пришла, она мне прям вот так закрутила, знаете, такая получилась, ну, жуть. Вот, и, естественно, я вчера пришла, и волосы, когда она мне филировала челку, у меня все было, все лицо в этих волосочках, все это, все вот здесь было, еле дошла до дома. Скорее всего, мне хотелось все это вымыть, все это. Вот я сразу вымыла и голову, и душ приняла. Вот поэтому нужно было заново высушить волосы. Поэтому я после ночи, то есть я спала уже. Это, видите, сторона у меня уже такая. Ну, это можно вытянуть и все. Просто сам как бы сама стрижка мне очень нравится. Так как я хотела в этот раз, я сказала, мне делать неградуированное каре. Я говорю, я через раз, она такая, хорошо, значит, общая длина на 2 сантиметра, а эта, которая градуированная, на 0,5 сантиметра, потому что нужно все-таки все подравнивать. Я говорю, да. Вот, и теперь будем растить. И чуть-чуть она отфилировала мою страшную челку, которая была просто обрезана. Вот, но все-таки я филировочные ножницы куплю. Может быть, даже сегодня выйду. Вот, может, забежим с вами в какой-нибудь магазинчик. Ну, подружку, я не знаю, мне пока ничего там не надо. Маски у меня есть, там все у меня есть уходовое. Просто у меня вот рядом с домом очень хороший такой магазин. Там все есть. То есть там и одежда, и, короче, все. Вот. Потому что не холодно. Сегодня более-менее я свободна. Ну, поработаю как раз. Спокойный вечер, могу выйти. А, на Озоне у меня уже посылочка пришла, так что вот, 100% мы с вами выйдем. Может быть, с Аленкой встречусь, передам ей питание. Ну, потому что я Ванечке, своему племяшке 18-19-летнему, заказывала спортивное питание. Он на Новый год себе такой подарок. Молодец, мальчик занимается. Вот, все-таки... Ладно, потом расскажу, какой он у меня умница вообще у нас. Вот, так что Тёмка пока спит, отсыпается, потому что ночь, конечно, он провел так плохо очень. Вот, а я сейчас уберусь на кухне и начну работу, потому что 8 часов уже, в 9 я должна уже сидеть за компьютером, разбирать почту электронную. Сегодня день выплаты зарплаты. Поэтому я вчера все начислила, все отдала все цифры по всем 5 компаниям, значит, директору. Вот. И сегодня надо будет все это по банку проводить мне самой. Но я не все фирмы оплачиваю. Вот. 2-3. Да, вроде с этого года ничего не изменилось. Он ничего такого не говорил, что Наташа, давай теперь по всем. Вот. Ну, все, успеем мы скоро закрывать и квартал, и год закрывать. А как я такая вчера тоже в салоне сижу. Господи, что ж я сказала? Новый, годовой. А, ну, рассказывала тоже про спорт, говорю, вот она спросила меня, мастер спросил меня в салоне, которая стригла, ну, чем занимались на праздниках дома, наверное, там отъедались. И говорю, да не особо, говорю, у меня просто был дома салат один. Так, я говорю, мы же с сыном, ничего такого, дома праздновали, да, да, холода были такие. Я говорю, ну, вот даже на спорт дошла, в новый клуб, да. Ну, просто этот салон рядом все находится, но она знает, что там, а что там. Я говорю, ну, вот такой-то клуб, такой-то.
и говорю, даже нет у них годовых, говорю, хотела приобрести годовой баланс, потом такая сижу, думаю, что-то я не то сказала, говорю, а, годовой абонемент. То есть бухгалтер пришел в отчетный период в салон на спорт, и, пожалуйста, годовой баланс. Что, простите? Годовой баланс мне нужно, мне нужно годовой баланс, чтобы ходить на спорт. А, годовой абонемент? Ну да. Вот. Так что всем хорошего годового баланса, годового абонемента. Ну все, пойду убираться на кухне. Там мне нужно разобрать посуду в посудомойке. Вчера тоже после работы. Ну, как бы не то, что устала, но так это как бы... ну, когда долго отдыхаешь, да, нужно войти в ритм. Вот, и тоже и Тёмке покушать дала, и сама поела, и посуды столько, там сковородки. Думаю, чё я думаю? Ну, загрузила, и все. Сейчас разберу быстренько вместе с вами. Ну все, оставайтесь со мной. Привет! Сегодня я здесь села, потому что день могу себе позволить. Ну, вроде нормально света. Так. Тёмка встал где-то в 12. Я параллельно. Да, буду красить. Так. Так. Ну что, как обычно, давайте положим мы на веко вот этот Эрбория. Такой карандашик, консилер. Он такой дает серый оттенок. Такой естественный. Куда мы собираемся? Мы собираемся в вазон, потому что пришла посылочка, да? Для Вани, моего племянника. Подарок, спортивное питание. Опять снег пошел. Вот, и для меня там я заказала. И заодно с Аленой встречаемся, она с работы едет, так? Вот как раз она мне, в ее машине уже болтыхаются там книги для Тёмы, а он такой говорит, так где мои книги? Я говорю, в машине. Зачем они тебе нужны? Шучу, конечно. Вот, она мне отдаст книги. Так что мы там пересечемся, кофейку попьем. Утро у меня буржуа. Скоро закончится. И буду, наверное, какой я буду пудрой пользоваться. Какая у меня пудра-то в косметичке? Лореалевская. Да. Так, ну что мы сделаем с бровями? Просто. У меня тут вермишелька еще для куриного супа. Что-то плохо закрасилась. Он прям такой, как будто бы уходовое средство, то есть там в состав Эрбориан столько всего входит, так его рекламировали, такая косметика. То, что он сразу тает, это да, то есть он просто сравнивается с кожей, с тоном кожи, у меня такая светлая кожа, приятно, черт возьми. Так, что мы сделаем? А давайте мы сегодня брови сделаем, может быть, карандашиком. Так, сейчас посмотрю вермишель. Мне хотя бы в зеркало что-то видно. Так, давайте попробуем каким-нибудь карандашиком для бровей. Аккуратно сидеть. У меня это карандаш Певен Сабо 01 для блондинок. Очень хороший. Я сначала линию внизу прорисовываю, а потом добираю сверху и чуть-чуть приподнимаю хвостик, насколько это возможно.
вторую бровь тоже внизу прочерчиваю такую немножко линию. Девочки, какие сериалы смотрите? Я как бы вечером, видите, раньше смотрела блогеров, сейчас монтирую вечером. Как-то хочется уже не в телефон смотреть, а чтобы какой-то был на телевизоре, может быть, как фон. Ну вот сейчас по России идет Склифосовский, но это повтор. Я как бы видела это все. Вот. Может быть, они, как обычно делают, повторяют, чтобы потом новые показать. Не знаю, Новый год, но начинать опять с этих прошлых серий. То есть нету сериалов. Вообще. Так, ну что-то вот в этом роде. Так, и можно пройти сверху тушью нашей, чтобы зафиксировать волоски. Ой, какой там опять метель. Я думала еще куртку одеть, потому что мы в торговый комплекс пойдем, чтобы полегче было. Нет, надо этот скафандр одевать, потому что там такой капюшон, который вообще ничего не боится. Видите, такие большие, поярче брови у меня сегодня. Так, ну тогда все меняется. Я хотела какие-то розовые ярко. Ну или попробовать, ладно. Давно просто не наносила их. Вот у меня такие есть розовенькие и фиолетовые. Просто я приготовила яркую помаду такую. Давно ее не брала. Ой, как пахнет вкусно. Это что у нас? Это у нас Catrice помадка номер 090. Такая 090. Яркая-яркая. Помадка, которая у меня сломалась. Я в холодильник ее положила. И, ну, короче, сейчас будем ее аккуратно. Так, аккуратненько-аккуратненько. Пока что берем спонжик. Спонжик-то где? Так, спонжик. У меня тут есть розовый цвет. А, ну сначала в складочку. А в складочку берем, можно вот такой розовый даже. Он такой бело-розовый. Так. И теперь вот этим ярким-ярким, да? Зеркальце. И на серединку. Так, надо аккуратно, потому что с другой стороны я его так не почистила. Там у нас с другой стороны черный, чтобы у нас не получилось. Берем вот такую растушевочную кисточку, видите, скошенную, и растушевываю. И тоже эти розовые, светло-розовые. Попробую ими все растушевать. И вот сюда, в центр. Ой, не в центр, а в уголочек глаза. Если у нас будет акцент на помаду, да, то надо сами глаза делать более-менее нейтральные, с каким-то маленьким отголоском этого же цвета. Я так считаю. Я не знаю, может, это неправильно. Мне так кажется.
То есть чуть-чуть выводим сюда этот розовый. Можно чуть-чуть смешать, добавить вот этого для яркости. Хоп. И хоп. По одному разику. И внизу. Где-то не хватает, добавляю цвета. То есть делаю такую как бы дымку. Дымку. И у самого края, чтобы хотя бы глазик не лысый был у нас, я беру вот этот темный цвет. Вот такой. И буквально, даже не знаю, какой правильно, кисточкой я беру. И прямо около. Около ресниц. Так, я уже чуть-чуть сделала около ресничек. Я еще хочу поярче сделать вот такой тоненькой кисточкой, да, плоской. Сейчас я ее найду. Ничего нету. Вот такая кисточка. Так. И вот просто берем и вот в этот цвет. Так. Даже на нее так хорошо набирается. Так, сейчас реснички накрашусь и накрашу. Так, я тут и поработала уже, и проработала складочку, поработала и проработала Наташа. Видите, чуть-чуть как бы оттенила глаз, чтобы он чуть-чуть приподнялся. Вот, и нижние реснички прокрашиваем. Фирма у меня, господи, тушь у меня Vivienne Sabo, Cabaret Premier. Так. Не знаю, мне нравится эта тушь. То ли тут такая кисточка, я уже привыкла. Я люблю, когда видны ресницы. Когда даже, а меня не пугает, если они там слеплены как-то, знаете. Ну, не так, чтобы там три палочки было. У меня ресниц нет. Если кто-то, не дай бог, нападет на улице. Так скажу, у меня ресниц нет. Ой, там метель начинается. Девочки, куда я крашусь? Куда я вообще собираюсь? Так, ну и теперь возьмем Катрис. Куда я иду? Так, холодильник. Чуть-чуть. Пальчики чистые.
кашель прям влажный сразу. Может быть, из-за того, что я сразу ингаляции начала ему делать. Горло болело, потом нос заложило. Сейчас у него спал до 12, если не до пол первого. Он так плохо спал ночью, что... Я, соответственно, с ним спала. Утром Аленке написала где-то в 6, говорю, я остаюсь. Не то, что там у него температура, да, а то, что вот он все чуть ли даже не стонал, то есть видно, и такое тяжелое дыхание, ну просто куда я уйду? Врача вызывать. У нас так, знаете, не приходит. У нас не по телефону, ну, естественно, автомат все выслушает вас. Но у него, например, ну, да, температура вчера была 38. Буквально там полчаса. Я ничего не сбивала даже, ничего. Как-то сам все отошел. Вот. Просто мне врач все то же самое. Если я там покажу там ингаляции, он скажет, ну, так, а что вы от меня тогда хотите? Температуры нет. А антибиотиков не дам. И все. Так что лечимся своими силами. Конечно, если будет вот, сколько еще, 2 дня, ну хотя бы на этой неделе, да, там до пятницы, каша не пройдет, я просто отведу его в поликлинику. У нас прям вот рядом все, через дорогу. Создание через дорогу. Есть на одной стороне пятерочка, через дорогу взрослая и детская поликлиника. Да, вообще. Мне так вот с этим повезло, что все вокруг. И диагностический центр. Пожалуйста, приходите, называется. На платке. Так, буржуа, буржуа, буржуа. Так, а что я не взяла? Почему я не взяла бронзер? Как это так? А вот у меня здесь лежит, знаете, не бронзер, а вот такая... Вот такие. Ламель. Такая палетка. Просто у меня тут я уронила и не выпали. Но я все равно ими не пользуюсь. Вот такая палетка. Очень хорошие цвета. Вот для лица. Вот этими я всегда использую, они всегда у меня заканчиваются. Я второй раз уже покупаю. Она не такая дорогая. Вот такие правильные цвета, то есть не рыжие. Я прям тоже контуринг делаю. Ну а сегодня можно сделать, чуть-чуть даже перемешать с шиммерным. Так. И просто вот так по всему лицу. Вот я тут почищу, тут почищу. Если у нас как бы бордо, да, можно еще, если у нас помада такая. То есть она не алая, а она уходит в бордовый цвет такой. Так, можно вот чуть-чуть вот это, румяшек, ну они такие, наверное, сильные очень. Просто буквально чуть-чуть. Пятнит. Все это потом впитается. Ничего у меня этого не остается, я не знаю. Так. Хочется еще и еще. Представляете, не остановиться мне. Наташа, остановись.
Все. Так. Ну и теперь берем, я не знаю, что получится, я не знаю. Надо мне какую-то помаду еще, которая будет все это перемешивать. Это очень ярко, если я сейчас буду красить. Просто свеклы поела. Сейчас мы это все будем корректировать карандашом, девочки. Та-та-та-та. Значит, карандаш у меня. Какой у меня карандаш? Лореаль. Вот такой он квадратненький. Лореаль, ну просто цвет подходит более-менее. 125-й. Так, пробуем. То есть разносим эту помаду по всем губам. По всему лицу. Потом эту яркость приглушу. Ничего себе. Наверное, вот тут я что-то надо с этим делать. Надо подтереть лишнее. Так, ну и где мой? Хвалила я его всегда. Вот он передо мной прям. Вот видите, Летуаль. Очень хороший, кстати. Вот такие у меня губы, девочки, они такие есть. Сейчас мы будем эту яркость убирать. Не бойтесь. А убирать мы будем вот так. Во-первых, маленькую салфеточку. Так. Ушло чуть-чуть. И теперь пудрочкой. Все. Плюс стойкость будет теперь. Ну, намного лучше, правильно? И зубы сразу белые под этот цвет. Вот какой, какой оттенок помады он придает вот сразу белизну. То есть не морковная помада такая красная, алая, да, а вот такая, я не знаю, это вишня или такая спелая вишня. Так. Девочки, ну у меня укладка не с утра, я спала. Прям видно, на какой стороне я дрыхала. То такая беспокойная ночь была, что я... Я сейчас вытяну и все. Ну, смотрите. Ну, очень как помада идет под тени, да? И то смотрится на камере какие-то, как фиолет больше. А на сам, ну да, так и есть. Ну, просто вот в зеркало намного ярче.
красивее. Сейчас, может быть, фотки сделаю, получится. Так, ну что, я готова. Ну, аутфит у меня будет. Ну, покажу просто джинсики и свитерок какой-нибудь тоже розовенький. Вот, все, оставайтесь со мной.